Это не совсем обычный стрим, как обычно, как это у нас обычно бывает. Обычно. И сейчас мы будем не играть в игры, сейчас мы будем собирать кресло. Короче, кресло Dex Racer. Как я вам и говорил, я его купил со скидкой, предоставилась такая возможность. И я захотел его вам показать. Потому что старое кресло, пока есть возможность, можно, короче, Даше отдать, потому что у нее не самое лучшее. А это офигительное забрать себе. Ну, в общем, я, как видите, все прекрасно переиграл. И это самое. Вот. И это Эван. А сзади, если вы увидите реки крови, из-под дивана вылезает лапа, короче, и царапает меня. Это Тося. А походу там и будет сидеть сегодня. Как будто закончили ремонт полгода назад, но камень что-то все никак не закажем этого. Не вызовем мастера. Все никак. Что такое? Я что-то сломал. В смысле сломал? Ты не, ну я мог бы второй нож держит? Я, Даша, я держу вот так нож. Вставляешь, беру и держу. Ручку. Ого, тут как-то сложно. Давай я буду инструкцию. Да ты не поймешь, ты же женщина. На, объясняй мне. Так. А, ну должно быть все на английском? А, понял. Давай обратно. Я... Дашенька, тебе не 15 лет. Чё? В смысле, мне 18? Что ты делаешь? 18? Уважаю. А я думал, что меня посадят. А уже 18. Тося, ты что тут выскакиваешь? Блин, вот такой вот хоровод кругом. Мы можем уйти все. Иди. Подожди. Замечательный полет. Даша авиатор называется. Ого. Ну он прилетел же. Вот так вот у нас совсем. То есть, окей? И сюда нужны декоративные штучки. Я думаю, если ты будешь так долго собирать, то есть не успеешь до 8. До 8 до 6. Магия. Как там? Вот это магия. Я тебе закручу сейчас туда этот мячик, ты понимаешь? У Артура есть ноги. Здесь потребовалось немного брутальной мужской силы. Может, тебе молоточек дать? Да нет, я сделал уже. Артур, кто дольше в твоей жизни, Даша или Тося? Знаешь, я знаю, кто дольше, я думаю, кто важнее. Я знаю ответ. Посмотрите, Влад в такой позе сейчас лежит. Ну что ты на пузико себе? Вообще сначала, вот. Конечно, мы с Артуром познакомились и начали жить вместе, а потом уже, ну, Тосю завели. Да, ну вот главная женщина в моей ее жизни. Ее выклинчила я и выбрала ее на сайте тоже я, на Авито. И она только мне вот так вот дает себя держать. И покупала ее тоже я за 300 рублей. Ну там чисто символическую сумму, знаете, да, когда животное берешь. Да что ты? Какая стерва, посмотрите. Стерва страшная. Иди отсюда. Послала тебя так. Ага. И сразу пошла спокойно, типа все в порядке. Она просто села. Последний раз, когда она просто садилась. Сейчас. Она сейчас будет камеру трогать. Не будет она трогать, она сейчас. Смотри, сейчас упадет. Можешь повернуть камеру. Это не я. Сейчас загло. Давайте посмотрим на Тосю. Какая она красивая, такая вообще. Она всегда красивая. Королева. Просмотр резко возрастил, да, я тоже так думаю. Ой, чат! Все. Погладила. Все. Окей. Все. Прости. Я поворачиваю. Ну зачем? Тося же лучше. Тося лучше, но он просит тебя. В смысле, кто просит забанить этого человека? Если, короче, вы не понимаете, у меня сразу... что это за звук, у нас самая дешевая... Как называется эта стойка? Стойка нормальная, она просто старая. Нет, она самая дешевая, мы купили ее за 2000, потому что, ну, мы не собирались там двигать ничего. Просто нужно, чтобы была стойка для камеры. Просто камеру поставить и все. Поэтому, когда мы ее двигаем, вот эта там, как она, головка называется, да? Профессиональным языком.
Головка, чат. Головка. О, чат перевозбудился сразу. Смазать. Так я смазывала маслом посуду. Господи, это звучит ужасно. Я даже не вижу, где он. Ну, я буду направлять тебя. Как ты меня направишь, если ты не знаешь, где отверстие? Я предполагаю. Ну. Давай направляй штырь руками. Почему я? Мое отверстие давай ждет, лучше... потому что... Давай лучше я подержу. Ты не удержишь. Вот так. О, хорошо. И все? Все. Вот, просунулась. Да в смысле? У тебя что, не просовывается? Нет, не просовывается. Ясно, ясно. Че, чат, у тебя просовывается? У меня не просовывается. Ну подожди, тогда я просуну, а потом тебе просуну. Саша, просунь мне. Ну подожди. А, я уже сам себе просунул. Что это было? Все, Даша сломалась. Я буду на повторе. Первое, что читаю, короче. Пожалуйста, прекратите использовать ваше кресло. Во, вообще идеально. Ну, теперь я могу пузо выпятить. Втянул такое. В смысле, втянул. Вот я втянул. А так я не втянул. Вы же верите мне, чат? Не, вот эта фигня мешает. В смысле, мешает, она неудобно, не трогай. Вот, она должна быть вот... Кто ее под попу-то кладет? Она специально, чтобы выпрямлялась спина у тебя. Вот так. Попе мягко. Нет. Ну, вот это низко. Кто вот так вот сидит? Кто? В смысле, я так сижу. Я не так сижу, я сижу красиво. Нужно повыше поднять. Вот так. Вот. Ты сидишь как царь, а не вот это вот.